Третье. Относительно непринятия предложения понижения возраста уголовной ответственности за противоправное деяние. Категорически не согласна. Возраст нужно понижать. И неважно, из какой социальной. У нас половина страны находится в девиантном положении, как родители, так и дети. И смотреть на это всерьез и принимать это с точки зрения благополучной Америки, что у них вот так. Так у нас 90% пьют, бьют и не живут, и не работают. И что? Из-за этого мы не будем давать возможность людям получить сатисфакцию и привлечь к ответу стерлитамакских живодеров, которые сейчас, на сегодняшний день, благодаря папе, бывшему сотруднику полиции, пытаются спрятаться как раз за свой возраст. 12 щенков, которым положили в рот, в пасть петарды и взорвали. Эти дети считают, что это нормально. Я общалась с каждым из родителей. Родители говорят, вы ставите на одну платформу каких-то собак и наших детей. Я говорю, ваших детей надо защищать, они опасны. Завтра из него будет щекотило. Вы утонете в крови от этих детей.